Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чувашии очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр физической культуры и спорта Чувашской республики Василий Петров. Василий Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Василий Владимирович, завершилась Олимпиада в Токио. За сборную команду России, точнее говоря, за объединенную команду России, выступали 4 представителя Чувашской республики. Не хочу лишать вас удовольствия самому рассказать о том, как это было. Вы смотрели, болели? Действительно, Олимпиада прошла, пускай хоть и в ковидной ситуации. В прошлом году она должна была состояться. Но мы все искренне рады, что она состоялась в этом году. Пускай даже без зрителей спортсмены смогли продемонстрировать. Ну, зрители были. Миллионы зрителей наблюдали по телевизору. По телевизору, онлайн. В интернете. Да. Онлайн. Может, я неправильно выразился без зрителей, но я имел в виду, что не хватало спортсменам драйва, да. Поддержки. Да, совершенно с вами согласен, потому что когда в зале присутствуют зрители, совсем другая эмоциональная атмосфера. Это поддерживает, подстегивает спортсменов. Но наша сборная России показала действительно впечатляющие результаты, достойно выступила. И в составе национальных сборных команд России выступали 4 чувашских спортсмена. По легкой атлетике Анжелика Сидорова, которая еще выступает за город Москву в параллельном зачете Чувашской республики, она с 2012 года. Борец вольного стиля Сергей Козырев. И впервые в истории Чувашии 2 гимнаста по спортсмену. Сразу два? Да, два. Впервые это. Это Владислав Поляшов и Елена Герасимова. Ну, как вы знаете, Анжелика Сидорова выступила успешно, завоевала серебряную медаль, с чем поздравляю всех жителей нашей республики, всю нашу страну, потому что у нас страна одна, и мы все болели за всех наших спортсменов, вне зависимости от того, из какого региона они. Я считаю, что спортсмены получили колоссальный опыт, имею в виду Сергея Козырева, Елену Герасимову, Владислава Пляшова. И впереди их ждут новые спортивные баталии. В ближайшее время, через 2 месяца, Владислав Пляшов будет выступать на чемпионате мира. И через 3 года, как вы знаете, в Париже состоится следующая Олимпиада. Что можем успеть мы, как регион, по отношению к нашим олимпийцам за вот эти 3 года? Какие условия нам необходимо создать? Какой отдачи мы ждем от спортсменов? Вообще, что мы можем сделать для того, чтобы через 3 года на Олимпиаду отправилось больше? Ну, за прошлый и за этот год было немало сделано, чтобы поддержать спорт высших достижений. Впервые в истории Чувашии были введены стипендии главы Чувашской республики спортсменам, которые входят в спортивные сборные команды Российской Федерации. На сегодняшний день их у нас 213 человек. По сравнению с прошлым годом рост на 16%. Потом по поручению главы Чувашской республики Олега Алексеевича Николаева в 3 раза были увеличены премиальные выплаты спортсменам, которые будут выступать на Олимпиаде, Паралимпиаде и на Сурдолимпийских играх. Это тоже ощутимая поддержка. Как вы знаете, в 2012 году была установлена сумма в 1 миллион за золото. На сегодняшний день она составляет 3 миллиона, соответственно, спортсмену и 1,5 миллиона тренеру. И также были повышены вознаграждения за участие в Олимпиаде, как спортсменам, так и их наставникам. То есть это распространяется на тех, кто получил серебро, бронзу и просто принял участие? Да, и просто принял участие. Кроме этого, были повышены нормы расходов на спортивные мероприятия, которые 7 лет не повышались. Также были увеличены надбавки к должностному окладу тренерам, специалистам, тоже, которые последние 4 года тоже по разным причинам не увеличивались. Василий Владимирович, вот в последние годы, даже вот то, что я хорошо помню, у нас всегда была очень хорошая, очень такая эффективная школа спортивной ходьбы. Сегодня мы не отправляем ни одного из ходоков. Как это получилось? Ну, действительно, и жесткая конкуренция
в этом виде спорта. Это одно. И другой момент. Вы же знаете, был скандал как раз допинговый. И многие спортсмены были в подвешенном состоянии, пока шли разбирательства в арбитражном суде. То есть, получается, это коснулось в первую очередь ходоков? Не только ходоков, но и другие виды спорта. Но это отразилось. И вообще-то коснулось всей Всероссийской Федерации легкой атлетики, как вы знаете. Она же еще не восстановлена, World Athletic, в своих правах. Мы надеемся, что в ближайшее время это состоится, потому что Всероссийская Федерация легкой атлетики ведет работу над этим. Да и мы ведем здесь в регионе. Как вы знаете, по итогам первого полугодия 2021 года Чувашская Республика заняла первое место среди всех регионов Российской Федерации по проведению антидопинговой работы по рейтингу РУСАДА. И в рамках Чебоксарского экономического форума было подписано соглашение с РУСАДА. Мы тут тоже практически одни из первых по работе в данном направлении. Проводятся образовательные мероприятия. В прошлом году только более 10 мероприятий было проведено. Приняло участие более 1000 спортсменов и персонала спортсменов. Это дает свои результаты. И уже РУСАДА обратила внимание, что ситуация у нас в регионе действительно выравнивается. Но, насколько я помню, ведь в этом скандале были в первую очередь виновны не спортсмены, отнюдь, а медицинский персонал. Давайте не будем углубляться, это уже все в прошлом, но мы сделали определенные выводы. И даже сейчас, на сегодняшний день, совместно с Минздравом Чувашской Республики, Чувашским государственным университетом, на базе медицинского факультета университета хотим организовать курсы переподготовки и готовить специалистов в области спортивной медицины. Да, да. Нам их не хватает. Действительно, сейчас новое современное оборудование появляется. У нас большие планы. Все раскрывать не буду. Хорошо. А если... Ну, вот понятно, да? Допинговые темы – это одна история. А далее... Для ходоков, ну, я опять возвращаюсь к ходокам, в принципе, ведь не нужны особые какие-то условия для тренировок, еще что-то. Ну, мы все ходоки. Мы, когда рождаемся, сначала ползаем, потом начинаем ходить. Это действительно очень хороший вид спорта, очень полезный и для здоровья. Ну, я по утрам вижу по Московской набережной и бегают, и ходят. Люди разного поколения. Но на сегодняшний день у нас существует 3 спортивные школы. Это спортивная школа Олимпийского резерва номер 1, спортивная школа Олимпийского резерва номер 3 и спортивная школа Олимпийского резерва номер 8, которая специализируется на спортивной ходьбе. И как вы знаете, в этом году мы этой школе, спортивной школе номер 8, передали новый объект, который сейчас проходит реконструкцию. Это стадион «Волга» в юго-западном районе города Чебоксар. Там действительно не хватает спортивных сооружений. Жители давно уже просили. Был разработан проект. И в прошлом году, несмотря на ковидные ограничения, на ковидный год, команде правительства Чувашской Республики совместно с депутатами Государственной Думы Российской Федерации, это Анатолий Геннадьевич Аксаков, который очень активное участие принял в этом, Олег Алексеевич Николаев, тоже не раз ездил. Мы по непрограммной части получили финансирование из федерального бюджета на реализацию этого проекта. 99% финансирования это предоставляет федеральный центр, 1% – вклад нашей республики. Работы идут по графику. Сам был недавно на стадионе «Волга», что очень радует. Хороший подрядчик наш местный. Я думаю, все сделает вовремя, срок. И буквально, наверное, в этом году, уверен, мы получим дополнительное финансирование на этот стадион. И я думаю, что спортивная ходьба дальше будет развиваться. Ну, есть у нас хороший тренерский состав. Даже вот приезжала сюда на чемпионат России, который проходил в дни экономического форума, исполняющая обязанности председателя Всероссийской Федерации легкой атлетики, олимпийская чемпионка Ирина Привалова. И она очень хорошо отозвалась о нашей школе легкой атлетики. Действительно, на сегодняшний день легкой атлетики даже на российском уровне нелегко.
Но я уверен, что легкоатлеты справятся. Это сильные ребята, выносливые. И очень много делается в Всероссийской Федерации легкоатлетики. И есть дорожная карта по выходу из ситуации. И я думаю, в ближайшие годы она получит аккредитацию. Во время Чебоксарского экономического форума в Чувашию приезжал и министр спорта России Олег Матыцын. Он провел ряд встреч, побывал на разных объектах. И как он оценил уровень развития спортивной отрасли в республике? Он отметил, что Чувашия показывает высокие результаты в достижении национальных целей, которые обозначены в федеральном проекте «Спорт. Норма жизни», а также достижение целевых показателей, которые обозначены в стратегии развития физической культуры и спорта. Наша республика в прошлом году одной из первых приняла стратегию развития физической культуры и спорта. Даже немножко раньше, чем была принята федеральная. Но при этом она коррелирует с федеральной, и мы внесли только небольшие изменения. Олег Васильевич Матыцын был приятно удивлен. И одни из первых в стране мы приняли межведомственную, межотраслевую программу развития школьного и студенческого спорта. Проработана дорожная карта, которая будет реализовываться. Василий Владимирович, насколько я помню, еще состоялась очень такая интересная и полезная встреча Матыцына с тренерами, с тренерским составом, где прозвучало ряд предложений. Да, действительно, в училище Олимпийского резерва состоялась встреча со спортивным активом республики, с ведущими спортсменами, тренерами, где был живой диалог между министром физической культуры и спорта Российской Федерации Олегом Васильевичем Матыциным. Он уже не первый раз приезжает в наш регион. Спортсмены озвучили свои пожелания. Всем было интересно, в чем заключается гармонизация Министерства просвещения и Минспорта Российской Федерации. Что это даст? Что тренеров нужно вернуть в школы. Ну, тренеры, они и работают в школах. По крайней мере, достаточно плотно должны сотрудничать. Ну, вы сами понимаете, что без детско-юношеского спорта, без школьного спорта у нас не будет и спорта высших достижений. Они взаимосвязаны. Массовый спорт. Все это взаимосвязано. И такая проблема, потому что была... Она и есть, и я думаю, после 1 января 2023 года будет ликвидирована. Это заработная плата тренеров, ну, низкая. А когда они обретут статус тренера-педагога, то зарплата будет не ниже средней по экономике в республике. Это раз. И будут они обеспечены всеми социальными гарантиями, которыми обеспечен педагог. Потому что тренер, я считаю, это такой же учитель. Согласна. Конечно, потому что ребенок поучился в школе, пришел на тренировку, и тренер вкладывается в него. Ну, собственно говоря, от тренера очень многое зависит. Во-первых, вовремя разглядеть талант, возможности и способности будущие, а во-вторых, грамотно их развить. И вот каков на сегодня тренерский состав? По каким видам спорта у нас распределяются, скажем так, основные силы? Со спортивным резервом занимается 941 тренер на сегодняшний день. Более 33 тысяч детей и молодежи занимаются по программам спортивной подготовки. И на сегодняшний день у нас 14 базовых видов спорта в республике. Вот в прошлом году 14-м стал футбол. Вот, любят легкую атлетику. Любят тяжелую атлетику, любят спортивную гимнастику, спортивную борьбу, футбол и другие виды спорта. Порядка 72 федераций по различным видам спорта получили спортивную аккредитацию. То есть можно сказать, что практически все виды спорта представлены сегодня в Чувашской республике? Да, конечно. Практически, но не все. Есть, которые технически сложные, там нет объектов, допустим, вышки для прыжков в воду. Вы же на Олимпиаде наблюдали, как наши прыгуны выступали. Ну, хотелось бы, конечно, но у нас и бассейна нету на сегодняшний день. Но в Чебоксарске идет реконструкция. 50-метровый бассейн нужен. Спортивная гимнастика себя хорошо показала, да. Но у них нету хорошей базы, как вы понимаете, старые
спортивные объекты, которые были еще в советское время построены. Это на улице Энгельса и на Кривого. И я думаю, они достойны нового современного спортивного объекта, потому что сразу два спортсмена по спортивной гимнастике у нас участвовали на Олимпийских играх. Это многого стоит. И есть подрастающие ребята. Это повод для того, чтобы повнимательнее отнестись к тому, в каких условиях они тренируются. Ну, я вам скажу, вот буквально и в прошлом году мы начали эту работу. Мы заключили соглашение о взаимодействии, сотрудничестве с федеральными спортивными федерациями. Это по тяжелой атлетике. Союзом биатлонистов России. Всероссийской федерацией школьного спорта. С Российским футбольным союзом, со спортивной гимнастикой. И буквально в этом году было подписано соглашение с Всероссийской федерацией легкой атлетикой. Мы первые. Но, как уже выше говорил, с российским антидопинговым агентством. Потому что мы стремимся к нулевой терпимости под допингом. У нас, я считаю, на сегодняшний день хороший детский и юношеский спорт и стабильный спорт высших достижений. Ну вот эти соглашения, о чем конкретно идет речь? По каждому виду спорта мы прорабатываем дорожную карту, будем развивать эти виды спорта. В первую очередь заключаем соглашение с теми федерациями, которые действительно развивают свой вид спорта на территории нашей республики, дают результаты, являются базовыми. И в этом году нас порадовало то, что самбо становится олимпийским видом спорта. Василий Владимирович, 24 августа стартуют Паралимпийские игры. За кого будем болеть в этот раз? За представителей Чувашской республики? Сразу 5 спортсменов из Чувашии выступят на 16-х Паралимпийских играх. Нашу республику будут представлять Татьяна Гуреева, Елена Иванова, Сергей Бирюков, Денис Гаврилов и лидер зрячего спортсмена – это Сергей Иванов. Буквально вчера… То есть это бег, пара бадминтон и какие-то… Прыжки в длину. Прыжки в длину и… И бег. То есть два. Среди незрячих, да. Двое бегунов. Да, двое бегунов. Елена Иванова у нас специализируется на дистанциях 200 и 400 метров. Денис Гаврилов, он будет выступать в полумарафоне. Буквально вчера, 10 августа, глава республики в онлайн-формате встретился с представителями нашей сборной. Пожелал им успешных выступлений. И после завершения Олимпиады он будет встречаться с ними. Кстати, если говорить о паралимпийцах, ведь в Чувашии всегда было очень... Вот это направление в Чувашии всегда было очень сильным. То есть 5 спортсменов – это достаточно или мы способны на большее? Я думаю, есть потенциал. Будем работать в этом направлении дальше. Василий Владимирович, вот на днях, в субботу, 14 августа, страна отмечает День физкультурника. В чем разница, кстати, между физкультурником и спортсменом? Этот праздник действительно близок как спортсменам, тренерам, специалистам спортивной отрасли, так и всем любителям здорового образа жизни. На сегодняшний день армия физкультурников Чувашии составляет более 500 000 человек. Количество занимающихся только будет расти, потому что спорт в нашей стране и республике действительно уже стал нормой жизни. Но если говорить о норме жизни, сколько по таким вот приблизительным данным людей постоянно занимаются физкультурой и спортом в республике? Приведу статистику. 48,2% жителей нашей республики систематически занимаются физической культурой и спортом. Для этого сегодня в республике создаются прекрасные условия для занятия спортом в шаговой доступности. Вот
по программе с Всероссийской Федерацией школьного спорта мы получаем физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. В прошлом году один из этих комплексов был установлен между 1-й школой и 39-й в Северо-Западном районе. В этом году в Батырском районе и в Цивильском будет. И после той экономии, которая образовалась в результате торгов, мы получаем еще один третий комплекс, который будет установлен в Чебоксарах в Новоюжном районе. Физкультурники – это как раз тот резерв, который питает спорт высших достижений. Кто-то просто занимается для своего здоровья. Допустим, вот у нас есть Московская набережная. Все гуляли. Помните, какая она была 10 лет назад? А сегодня приятно по ней идти. Там много физкультурников. Катаются на велосипедах, играют в пляжный волейбол, играют в баскетбол, скейт-парки, воркаут-площадки. Люди просто их никто не заставляет, они сами занимаются. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров. Спасибо за внимание. Всего доброго.